Здравствуйте, мои дорогие, валет и дамы. Последний клип сегодняшнего дня. Комары кусают, приходится быстренько брать телефон, пока они еще нас не сожрали. Валет и дама, так сказать. Все-таки это вам не игрушки. Комары, и летите лучше на свет, меня не трогайте, а? Не трогайте, попросил, говорю, не трогайте. Чего вы лезете, блин? Вот, фу, надо было одеть что-нибудь другое. Ну, не подготовился. Это валет и дама, просто в другом исполнении. Шел с улыбкой здоровяк по ночному парку. Тихого пруда повстречал гребаную гадалку. Обратился парень к ней: вот что знать хочу я, сколько мне осталось дней. Скажи, как умру я? И упали карты на снег, и старуха тихо сказала сквозь улыбку и хитрый смех: весь в крови валет, а там над ним черная дама с ножом в руке. И возникнул здоровяк, руки потирая: что ты хочешь мне сказать? Я не понимаю. И блеснул во мраке нож, и раздался хохот. Прямо сейчас и прямо здесь будет тебе плохо. Тело на снег, и старуха парню сказала сквозь хриплый ужасный смех: весь в крови валет, а над ним дама и с ножом в руке. На тело ведьма покосилась и внезапным направлением сквозь мглу кромешную скрылась. Жизнь такая. О, конец. Капец, они закусали. Бля, да это ж полный пипец.